Всем привет, друзья, и может быть вы помните, несколько лет назад на самом пространстве существовал такой ютубер Бурбон, который регулярно выпускал ролики, чего-то там придумывал, постоянно что-то снимал. И представляете, у него обнаружилось идей больше, чем он мог реализовать. И вот недавно я нашел список того самого Бурбона, который записал несколько десятков идей того, что можно снять с Ампе. Но в свои годы популярной, максимально успешной и прекрасной карьеры он их не успел реализовать. Поэтому я, как максимально верный его последователь, решил продолжить линию контента и реализовать те идеи, которые не были успешно реализованы у того ютубера. И поэтому время от времени я буду заходить в его список, который начинался где-то лет 7 назад и заканчивался промежутком года 3 назад, чтобы радовать вас максимально годным контентом. А вот два человека, которые получают настоящие 100 рублей на донат-счет Аризона на любом сервере. Поэтому напишите мне ВКонтакте, если вы хотите также, то обязательно поставьте лайк. Лайк ролику, вознесем дань памяти этому прекрасному человеку, а также напишите любой комментарий. И несколько лет назад этому ютуберу пришла, гениальная идея, такой подумал, было бы клево посмотреть, что если применить гороскоп к сампу, и посмотреть, чего можно добиться, если следовать гороскопу на день. Поэтому я, как максимально точный продолжатель, не читал ни одного гороскопа на сегодня, поэтому давайте прямо сейчас узнаем, что день грядущий нам готовит. Вы уже представляете, какая удачная картина попала, потому что по гороскопу я тоже, как и Бурбон, близнецы. Для точности сегодня 26 июня, уже вечер, но я думаю, что еще не поздно. Завтра будет добавлено обновление, я там больше всего жду работу таксистом, мне не терпится затестить. Но пока что мы возвращаемся к Бурбону и смотрим. Обратимся к гороскопу Мэйла. Без споров и разногласий утро едва ли обойдется. К сожалению, утро мы уже пропустили. Обсуждать рабочие вопросы будет сложнее, чем обычно. Вас не сразу поймут правильно. Напряженные моменты, возможно, даже в общении с давними партнерами и коллегами. Однако, уже вот, интересно теперь здесь. Пока что вот мы пообщались с человеком в чате, все хорошо решили, никаких разногласий. Спасибо, что утром ни с кем не общался. И влияние позитивных тенденций будет увеличиваться к вечеру. Будет радовать общение с близкими. У вас не возникнет ни малейших сомнений в их поддержке. Вторая половина дня обещает хорошие новости близнецам, которые в последнее время были заняты решением семейных проблем. Не попадочка уже, потому что в последнее время я решал проблемы, связанные с учебой. И еще одна несостыковка. Нам сказали, что вторая половина дня будет более приятна. У нас уже закончилось топ, поэтому приятного ничего в этом не вижу. И также очень важно, нам нужно искать знаки. Знаки на каждом ходу. Нас должны ждать хорошие новости. Поэтому я предлагаю внимательно наблюдать за чатом и ждать хороших новостей. Главное, чтобы не было как с Барашем, который в одной из серий одноименной искал подарка. Вот, итог был, конечно, своеобразный. Семейные дела. На Аризоне у меня есть семья. Пока что вот начнем делать что-нибудь хорошее для нашей семьи, чтобы в ответ получить тоже что-нибудь хорошее. Пока что здесь все спокойно. И поскольку нам говорили про поддержку от наших близких, давайте попробуем ее получить сами, навязчиво узнав что-либо про них. И уже неприятный исход, потому что у Фернандо плохи дела. Йота завтра уходит в армию, а Ларик тоже уходит в армию. Кох стал админом, вот, наверное, хорошая новость. Кох, я тебя поздравляю душевно. Вот они, новости позитивные. Хотя вот я не знаю, как их интерпретировать, потому что 3-4 человека с Фомы админы, да, и в то же самое время 2 человека в армию уходят. Ну вот, на какую сторону встанем мы? На самом деле, енот — это подписчик, который на канале несколько лет, прям, наверное, уже года 4, если не больше. И вот оно, взросление. Не знаю, пока что новости совершенно противоречивые. С одной стороны, админ, с другой стороны, человек, хотя это, опять же, не относится к сампу. Мы же здесь разбираем самп, поэтому в сампе лично дела, наверное, хороши, хотя мы и в сампе потеряем 2 наших сотоварищей. Поэтому, смотрите, гороскоп нас подвиг к действию. Мы узнали новости, например, если мне нужна какая-то будет помощь, то, наверное, можно обратиться Коху. Еще и ларец развозчика продуктов выпал. Также, поскольку для нас вечер должен быть более удачным, я предлагаю сходить на конный спорт, потому что я выполняю квестик. Пока что там 0 побед. Какие знакомые люди? Вот она, поддержка. Давайте спросим. Будем надеяться, что удача Йола нам поможет, потому что это тоже сафамовец. В последнюю секунду от того, как я хотел поставить, Йол пришел. Нам поступила инсайдерская информация на красную. X3 коэффициент, как я понимаю, то есть мы получим неплохо. Если победим лошадь с прекрасным названием, я думаю, что она не может проиграть. И давайте
давайте сразу поставим на глобальную. Давайте тоже выберем красную, поскольку мы уж начали. И 20 АЗ-шек, я думаю, закинем. Может быть, повезет. Пока у нас включен максимальный баф удачи, я поеду на центральный рынок. Но перед этим пополню наш депозит, потому что удача требует и максимальной отдачи от самого человека. Смотрите, как наша Фома организовалась, столько вопросов. Ну и все, Фоме царит дружественная атмосфера, уже идут советы, то, что про обнову нужно делать ролик, поэтому, возможно, сначала выйдет ролик про обнову, более хайповый, потому что вот на поддержка наших близких. Напишем хорошо, и первым, действительно, тогда по советам Коха я сделаю ролик про обнову, и это сулит хорошим знаком, потому что нам нужно опираться на поддержку нашей семьи. А это наша Фома, куда вы можете сами вступить, если зайдете поиграть на Arizona RP Ява, куда я всех приглашаю. Есть мой ник Джон Бурбон, вводите его при регистрации, вводите мой промокод хэштег Бурбон, за него я выдаю 1 миллион лично от себя. Оставим нашу машинку на парковочке, потому что она может пригодиться. Я сейчас постараюсь проверить нашу удачу. Во-первых, удача, сработает ли вот здесь вот поставить нашу палаточку? Не сработало. Я выставлю по 425 тысяч, чтобы по возможности продать их максимально быстро. Посмотрим наших конкурентов. Вот смотрите, по очень хорошей цене нашли талоны семейные. Уже удача, я считаю, нормальная. Нам позвонил старый приятель Уву Чуран, который какое-то время находился во всевозможных банах. Поэтому уже происходит воссоединение семейное. Первый гороскоп пока неплохо работает. Йол, прошел ставки, значит красная сработала. И теперь очень важно проверить, а точно ли мы узнали правильный прогноз. Вдруг окажется, что нас обманули. Поэтому давайте попробуем зайти на другой сайт и как минимум сравним прогнозы. Второй гороскоп. Сегодня у близнецов начинается не самый приятный день. Не исключено, что представители этого знака будут несколько не соответствовать ожиданиям окружающих. Это мы в Фоме узнаем. А также надеждам, которые они на вас возложили. На меня постоянно возлагают ответственность и надежды, где стрим. А они бывают не особо часто, поэтому не, это постоянно такое. Такая ситуация непременно вас огорчит, ведь сколько бы вы ни говорили, что заботитесь лишь о собственном благе, чужое мнение вас действительно волнует не меньше. Лады, к примеру, если ваша работа получит одобрение начальства и понравится важным партнерам, это будет непременный плюс для всей организации. Так, не знаю, стоит ли писать Сэм Мейсону или Алексу насчет того, нравится им моя работа или нет. Мне кажется, что не особо, учитывая, чем я сейчас занимаюсь, поэтому это мы сразу опустим. Однако никто не знает, какой ценой вам достанется до победы и на какие сделки придется пойти, чтобы ее заполучить. Ну смотрите. Получается, что этот ролик обязан хайпануть. Если он не хайпанет, то ну гороскоп просто не работает. Потому что нам Ува Чуран чуть не отвечает. Ладно, пока, наверное, вырубим, и что он перезвонит. Потому что, ну вот, я делаю это, чтобы меня повысили. В плане там, не знаю, например, заработка, каких-то функций на Аризоне. Чем больше просмотров, тем ты более значим для проекта. Соответственно, мне каким-то образом нужно набирать просмотры. Вот она идея моей мечты. Гороскопы в Сампе. Поэтому, друзья, с вас обязательно лайк, комментарий на продвижение видоса, но, пожалуйста, продвиньте мой гороскоп, а то, ну, какая-то череда неудачная начинается. Давайте спросим у сафамовцев, оправдываю ли я их ожидания о себе. Пока Кох не понял вопроса, Йол написал, что я пьян. Видимо, если на такие вопросы не пишут, что пьян, оправдываю полностью. Вроде все нормально, что-то так резко. Ты что-то потребил? Понятно. Какое-то непонимание. На рынке же пока что за несколько минут мы продан только ларец организации. Мы прекращаем продажу, потому что нельзя стоять на одном месте, нужно же постоянно развиваться, куда-то двигаться. Смотрите, как тепло. Если бы нас не устраивало, мы бы в Фоме не сидели. И поскольку ожидания от меня у людей оправданы, то значит все хорошо, гороскоп не работает. Давайте идем дальше. Третий гороскоп. А, я не закончил, он более развернутый, чем у Мейла. Про бизнес. Сегодня близнецам лучше ограничить свои траты на те покупки, без которых можно было бы легко обойтись. Не исключено, что этот день у вас запланировано крупное или какое-то важное дело, требующее большого количества средств и вашего внимания. Мы положили деньги на депозит, скоро придет ЗП-шечка, но вот единственное ставочки, но ставочки у нас не особо крупные. Проверяем наш забег, и мы ставим на красную, которая пока что отстает, но мы знаем, что она должна победить. Может быть, что-то изменится, и возможно у разных людей побеждают разные, потому что это казуально, и если у Йола это сработало, то у меня нет. Лошадь победила, деньги проиграны. Сегодня звезды советуют близнецам выдержать небольшую паузу в своих текущих делах, что вовсе не означает полной пассивности, одиночества или уныния. Это прекрасный день для отдыха, творчества, любви и наслаждения приятными сторонами ситуации. Ограничения желательны лишь в определенных сферах. В первую очередь к ним относятся целевые поездки и коммуникации, важные покупки. Нам опять про покупки говорят, что сегодня не надо, и мы в целом можем развлекаться. Я думаю, что наш сегодняшний день вполне соответствует отдыху. Мы и на конные скачки поставили, и немножечко на рынок заехали, и в целом по карте покатались. Но никакой конкретики. То есть, что делай? Отдыхай, чел. Ну, прекрасно. Сегодня близнецам стоит замедлиться. Вы разогнались и рискуете совершить сразу несколько фатальных ошибок. Но не стоит ставить дело на стоп.
просто двигайтесь медленно, в спокойном темпе. Гороскоп на сегодня соответствует выделить время и на хобби, поможет расслабиться и даже сбросить стресс. Откажитесь от покупок, вот блин, все призывают отказаться от покупок. Давайте назло, вот проверим на практике, работает ли гороскоп, и сейчас пойдем в казино. А как я понимаю, активно пользуются спросом бары, по советам гороскопа нужно прислушиваться к мнению близких, их поддержку, мне все говорят не идти в казик, минус 20 миллиардов плюс-минус, но в общем да, всем не везет, всем не нравится, поэтому мы посмотрим, если я, давайте выделим сумму, ну в 5 миллионов, то чтобы не так было обидно, попробуем несколько раз сыграть, уже косарик мы просрали, но 261 миллион, давайте предлагаем, и я победил, 960 тысяч, баланс пополнился, пока что нормально, давайте несколько ставочек сделаем, после нашей победы ставим 200 тысяч, я опять победил, смотрите, 2 ставочки, 2 победы, сейчас главное одной ставкой все не проиграть, давайте, нужно хотя бы один раз проиграть, я понимаю, что все это не работает, не работает, мы в гороскопы сегодня разбираем, друзья, сегодня все работает, поэтому сейчас подбрасываем, да, вот я проиграл, и давайте сразу последняя ставка на 2 кака, если мы побеждаем, то все эти гороскопы херня, если же проигрываем, то они верны, я думаю, что, ну, максимально наше решение будет непредвзято и объективно, так, я победил, все, друзья, мы уходим, чтобы не просирать деньги, мы подняли пару миллионов, поэтому гороскопы херня, на этом закончим, надеюсь, вам понравился видос, если вы хотите вот таких же кринжовеньких, возможно, интересненьких роликов в дальнейшем, то обязательно подписывайтесь на канал, у Бурбона из прошлого осталось очень много таких вот кринжовых идей, если от вас будет поддержка, то я реализую их все, до последней, до самой убогой идейки, они все будут реализованы, чтобы отдать дань памяти тому самому Бурбону. На этом все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите на Arizona RPA, все подробности в описании. С вами был Бурбон, ой, спалился, всем пока.